я влюблён, не берусь телефон. Васап, привет от Гульнары. Ты попробуй мне еще раз передать, пожалуйста, как я рядом. Я в прямом. Ша. Привет, привет. Ребятки, привет. Сидка, я влюблен. Беру свой телефон. Привет. Нет. Не помирились. Погода пуля. Барби. Привет. Покажи Настю. Покажи Настю. Ну покажи Настю. Блин, покажи Настю. Никит, покажи Настю. Она сидит, молчит. Она, короче, сегодня целый день леди. Я ее заставляю. Вам нравится, когда Настя включает юрца? Я тут на арбузе плаваю. Какая люблю. Что значит общаешься с админами? Настя. Ты чё? Говна съелаешь? Чё молчишь? Я пост выставляю. А, пост пишет. Сейчас она пост на. А чё вы хотите от Насти? Привет, вы с Настюхой огонь. Нас любят? Нет, любит меня, а ты так. Ты приложение мое. Привет, Харьков, все окей. Барби сидит. Настя, ты прелесть. Спасибо. Ты только эта пилотка сегодня светит там. У нее как раз характер, не всем милашкам нравится. У нее характер такой, вообще. Характер мой любит, что нравится. У нее как раз характер, не всем милашки нравится. Ну, типа, для меня характер. Если уедешь в Москву, что Настя без тебя делать будет? Слышите, вопрос задали. Нет, а ты зачем? Ты что, еврейка? Вопросом на вопрос отвечай. Сама закрой. Никита, у тебя эфиры самые позитивные. Будь смелее на лобном. Спасибо. Да не знаю, лобная вот единственная моя проблема. И вот эта проблема сидит там. Не хочет меня в Москву отпускать. Зачем? Настя, мне хочешь в Москву отпускать или нет? Посмотрим. Настя, Илья пришел в телевизор, Дом 2 говорит. К тебе Илюха какой-то пришел. А, пожарник. Пожарник пришел. Ой, не могу. А кто Настя по знаку? А ты кто по знаку? Водолей. Она как я, водолей. Ныряй. Настя, мне говорят, чтобы я нырял. Мне говорят, чтобы я нырял. Только я не понял, куда нырять, в бассейн или куда? Передай привет Насте от Хади Нальгиевой. Тебе привет от Хади Нальгиевой. Искреннюю улыбку покажи. О. Ой, блин. Никита, когда в МСК? Да, не знаю.
Не, на самом деле хочется. Хочется, но я не знаю, что без меня будет эта коза делать. Настя. Ты что там выложила? Вот это Барби. Блин, вообще. Жирная скорее стала. Ну да, чуть-чуть. Слышь, давай нас... Это я себе оставил. Поставь зарядку на месте, оставь. Я себе оставил ее. Что ты оставил? Зарядку эту. Зачем? Слышь, осторожно, у меня микрофон здесь. Ой. Все, блин. Да мы сейчас перевернемся. Ты нормальная, блин, или что? Да стой, ты что ли? Стой. Стой, вот так вот, дай поставим. Фигура, видишь, пишет? А ты... У меня, про меня пишет, это же мой эфир. Кру-ку! Кру-ку! Нет, мы не вместе. Вы вместе? Ну, сейчас вместе лежим. Где твоя девушка? Идите с Настюхой на свадьбу на миллион. Хоть поржем. То есть вы хотите сказать, когда вы смотрите наши эфиры, вам смешно и весело? Когда мы отдельно, мы неинтересны. Барби, давай. Блин, главное, чтобы у меня микрофон не упал, дура. Стой! Настя! Я вылезу! Стой! Стой! Что за, бля, бегемот лезет? Настя! Дай микрофон сними, подожди. Вот так ты не можешь стоять? Бля, не отпускай! Матрос отпускай! А зачем? Где я оказалась? Я не знаю! Это ты каким пирсингом его прорвала? Ну все, пиздец, арбуз сломал, блин. Иди отсюда, блядь. Сломала, короче, эту, как... Смотри, сдулся. 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 Я сломала арбуз. Я сломала арбуз. Никита. Ты понимаешь, сейчас криды тебе пришлют. Где Вика? А кто это такая? Скажите, пожалуйста. Любовь начинается с дружбы, задумайся. Мне сейчас скажут, еще плати деньги за арбуз. Плати деньги за арбуз. За арбуз плати. А за дыню? Нет, дыня еще. Дыня бесплатно. Задница. Снимай нас с целлюлитом. Снимать с целлюлитом? Не буду. Не буду, ладно. Где Вика, которая новенькая пришла к тебе? Ко мне? Ко мне, блин. Смех продлевает жизнь. Яна к нему пришла. Вот таймер. Ну, включай музыку-то. А, ну заходи к себе. Так, к ней никто не уходит. Поняли отсюда, в прямой эфир? Что-то ко мне никто не уходит. Ко мне все сейчас уйдут. Вы реально были бы крутой парой, она веселая, ты класс. А, я красивая, он никакой. Ты чё, блядь? А чё, ты думаешь, ты красивая? Собака. Ребят,
Я красивый или нет? Спроси у них, кто красивее, я или Яна. А, блядь, еще чего? У себя в эфире спрашивай. Не буду такого спрашивать. Ага. И один человек эфир смотрит. У меня 50. Соси. Я хочу, подожди, давай мы сделаем. Соси, у меня 50. Я хочу, чтобы ты снял видео, как я плыву. Это потом. Так потом я не успею выставить. Сохрани эфир, нет времени смотреть. Хорошо. А если Настя отправит в Москву, будешь скучать? Да, я сказал сегодня, что я буду скучать. А если ее а если меня отправят, то она за собак сказала, не будет. О, красивый пишет. Я красивый. Привет. Пишешь, что я красивый? Всем привет. Смотрите, смотрите, она какая, она просто деловая какая стала. Что я стал? Конечно же, Настя лучше. Где Яна? Уже расстались? Да, расстались. Нет Яны. Спит. Симпатичный. Настя красивее, чем Яна. Мужчина не должен быть красивым. Она только на красивых ведется. А потом облом и ревет. Оба красивые. У тебя нос когда-то вообще заживает. Да. Безумно красивый. О, Жень, ну хватит-то. С Яной уже расстались. Расстались, да. Расстались и все. И конец. Так, ребят, давайте по вопросам быстренько, и я буду выходить. Блин, ее такая-то, конечно, бизнес-вумен вообще. Я чувствую, что у меня свой бизнес, идиот. А ты думаешь, почему я с тобой дружу? Потому что у тебя свой бизнес. Но здесь не надо, ладно, реклама, блядь, у меня. Иди вон арбуз купи. Такое ощущение, что вы знаете друг друга 30 лет. А представьте, мы на второй день так начали общаться. Как будто это... Боже, кто бы сказал, что это блинов Захара, господи. Видите, при живом Никите... При живом Никите Захара обсуждает. Так, давайте дальше. Украина вообще красивая, Настюха красотка, да. Почему расстались? Хорошая парыша была. Ну, посмотрите эфиры и увидите, почему. Яна улетела в Москву? Нет. Почему ушла Пинчук и почему Гриценко ушла? Почему татуха осьминога? Почему такой выбор? Да просто понравился все. Ну, вот смысл там, знаешь, у него прикольно, там три сердца у него, он там считался раньше мудрым животным, то есть его там в древние века там уважали, все дела. Его, ну, когда там опасность какая-то, он пыль пускает в глаза, ну, вот этот черный. Программ себе может сливаться с толпой, короче, так. Я не знаю, что значит Ирина Пичуку, что, не знаю. У Насти характер есть, интересно за ней наблюдать, веселая, а Яна, как амеба, была ничего, кроме губ. Вы должны быть вместе. Ты любишь розовый цвет, цеплять Настюху в розовом. А, да, по цветам как-то, не знаю. Не, ну, я не знаю, почему вы ставите так. Сблизились вообще. Такая дружба, конечно. Куда я ушла от тебя? Она никуда. Переехала с виллы в бунгало. Но Захара поменяла. А это мы посмотрим, не знаю, ребят. Игорь прилетел к Юле. Так, это я не знаю. Узнаете, расскажи что-то о себе. Пинчук говорит, что ушла, я настрою отношения с Захаром. Так, короче, что о себе рассказать? 27 лет, не женат, детей нет, но очень бы хотелось какой-нибудь хорошей девочки, жены, любимой. Хотел бы длинную бороду. Длинную бороду, да, она бы мне не пошла. Я бы хотел, чтобы щеки росли здесь вот. Но, увы, мне только это снится. Не в обиду, но мне Яна на рыбу похожа. Блюм в Москве. Спаси свою любовь, проект накрылся. Или они у вас по-прежнему снимаются? Ребят, ну смотрите эфиры. Там просто недельная разница, поэтому я вам сейчас ничего не буду рассказывать такого. Только про себя. И все. Не спать.
Яна не понравилась, что ли. Ну, увидите тоже в эфирах, почему мы расстались с Яной. И... Короче, вообще капец. По эфирам вы только объявили себе парой, почему расстались. Увидите, расскажи, куда Пинчук ушла, из-за чего, пусть не стоит, так далее. Ребят, ну вот эти спойлеры пускать не круто. Окей, я там позавчера отпустил спойлер, то, что мы расстались, но Яна лучше. Ну, видимо, нет. Почему ушла Пичук? Скажи, не надоело вам еще на островах ходить на поляну? Я очень хочу на поляну, если честно, очень. Вообще, капец, как хочу. Там все новые люди, то есть... И сейчас, короче, вот, видите, дом 2 обновляется. То есть, все старые пары перешли на другой проект, а сейчас новый дом 2, можно сказать так. И вот мы попали в эту... как бы русло. Ну да. Прочти выше, пожалуйста. Блин, я не буду листать, ребят. Приведи Настю мужика, если ты друг. Ну, видите, пока. Парные изменения, там всех новеньких забили, все нет. Мужика. Я даже не представляю, какой я нужен. Где Брянская? Где? На острове, где Брянская? Вылазь из воды. Да я думаю, сейчас пойду уже. Ты болтаешь? Там никакой. Бери Настену и в Москву летите. Ну, знаете, если бы это было так просто. Не, ну нам есть что там поделать в Москве. Вот, поэтому. Не знаю. Завтра у нас переселение. Поэтому завтра будет известно, улечу я или не улечу. Так что вот так. Вот многие пишут, вы хорошая пара с Настей. Да хорошая, но есть огромное но. Мне кажется, если вы с Настей даже и будете вместе, то вы потеряете дружбу, для отношений у вас лучше дружить. Вот это хорошее мнение, да, все так считают, и мы тоже так считаем, что нам границы не надо переходить. Но с другой стороны, вот то, что мы так вот общаемся, так... такой себе позволяем, там, тактильный контакт, то есть, знаешь, там, она на коленке там ко мне может сесть, мы там можем, ну, угорать, друг другу толкать, все дела, и ну, в эфирах это все смотреть, и к ней никогда не придет парень, потому что она видит, как она, увидит, как она со мной, как бы, постоянно, вот. Поэтому с этим надо что-то сделать. Ну, и ко мне, естественно, никогда там не придет девушка. Где к тебе можешь приснить проект? Пиши директ. Ну, напишите в директ, хорошо. Янка лучше, это понятное дело. Да, что ты такая мля-мля-то? Мямля, может быть, да? Интересно, а если ты за Настей начнешь ухаживать, как она будет реагировать, только что дружбу не наломать? Не, ну, я не хочу за Настюху ничего... ухаживать, и все, мои друзья, и нам этого достаточно. Зачем нам что-то больше? Нам так кайфово. Собака. О, ну все, давай, что? Собака сутулая там ругается сильно. Да все равно не только дружбу, вас видно же со стороны. Но когда Яна пришла, она тебе намекла, чтобы ты начал ей цветы дарить. Ссыпай потом голос из эфира. Вау. Пока на эфирах, пока в эфирах все нормально? Да, все нормально. Все нормально в эфирах. Да, ты такая молодец, все нормально в эфирах. Какая девушка тебе нужна? Ну, пока нет. Я принял такое решение, что описать ее тяжело. Это должна быть химия какая-то, вспыхнуть внутри, и так тяжело, конечно, описать. Ну, это бред, вот это описывать, это только внешность, а внешность... Да. Как ты на нее смотришь? Нет, как, так? Давай, люблю тебя, давай. Иди, давай стори поснимай. Иди ко мне. Отстань. Иди ко мне.
быстро. Собака, иди сюда. Иди сюда, сказал, быстро ко мне. Юрец, иди сюда. Слышишь меня? Иди сюда, быстро. Иди ко мне, тварь, снимать. Как там вещи твои, дыря? О, вещам вообще капец, блядь. Я здесь просто в одних плавках хожу. Это вообще жесть. Мне хочется побыстрее в Москву, чтобы забрать остальные свои вещи. Вот. Сиса. Сиса. Собака, иди сюда. Настюшка! Иди к папе. Иди к папе, бассейн. Я тебя за что деньги платил? Иди сюда. Да сейчас поснимаем сторис. Ты чё? Сними мне, блин, видео. Хватит сидеть в прямом эфире, блин. Ты и так по телеку крутые сутки крутят. Ты, блядь, чё не попутал базарчик? Базарчик. Фильтруй. О, музыку включила. Ты будешь поцелуй Настю. Иди сюда, поцелуй. Вот. Вау! Ребят, походу мне надо выходить из прямого эфира. Вау! Вот это... Почему, когда вот я тебе показываю, сразу... Это... Начинает залетать. Тебе передать вещей. Мы все Беларусь собираем. Хорошо, передавайте. Пусть кто-то отправит шмотки, не уезжает Настя, она пройдет. Песню мне посвятила. Я тебе. Вы все с Яной? Да, все. Да я шучу, не буду выходить. Ну не надо только телефон все брать. Иди целуй ее. Котик, мне говорят, чтобы я тебя поцеловал. Отстань. Иди сюда. Пожорить. Иди сюда. Смотри, иди сюда. Тики-тики-тики. Тики-тики. Тики-тики-тики, тики-тики-ти, тики-тики-тики, тики-тики-ти, тики-тики-тики, тики-тики-ти. Уии! Скажи Насте, что она стрёмная. Настя, ты знаешь, какая стрёмная? Пошла нахуй, напиши ей. Пошла нахуй, она красивая у меня. Она у меня самая красивая, да нахуй. Вообще-то мы перевоспитывал, ты забыл? Да, но 12 часов прошло, так что ты можешь опять юрца своего выпускать. Никит, тебе много кто хочет. Как бы ты выбирал, кто та самая? Он уже выбрал, я здесь. Все, она никого не... Все через нее. Если хотите ко мне, то через нее она. Часы не мокнут от воды, нет. Они видите какие? О. Материться нельзя. Блин, вот это да. Чего игноришь? Ребят, ну, надо пообщаться. Мальчиков любишь? О, Валерчик, мой хороший, привет. Мальчиков? Не, мальчиков не люблю. Только за периметром только. Сторис снимаю я, попой трясу я. Я такая красивая коза. Розовый купальник одела я, как будто я модель сейчас такая вот. Тебя... Жопа красная, вся жопа красная. Давай.
где твоя дырка, не знаю. Вау! Вау! Блядь, кепку мою нахуй не трогай, блядь. Не трогай кепку, блядь. Короче, давай стори поснимаем и все. А, да? Это вот скажи 50-му человеку, который меня смотрит. А ты с Москвы, да? Да. У тебя... Кусай за жопу. Дай за жопу кусай. Мы смеемся, как ты так говоришь, мы с семьей. Баба, мужик, которая. Это про меня? Юрец мой. Барби. Директ ответишь? Конечно. А мне можно директ ответить? Да. Да, можно. Отвечу, все мне разрешили. Пиши быстрее. Настя, с Киевах. С Киевах? С Киевах. Я на хуяна. Я на лучше. Не уходи. Давай, выходи, блин, захай. Ты нормальная, блядь, вообще? А? Ты такая красивая, кстати, на видео. Не то, что в жизни. Девчонки пишут, спасибо, что ты разрешил, чтобы мне написать. Ты все, ладно, мы пойдем в сторис снимать. Обнял, приподнял, поцеловал. До завтра. Все, всем пока, мы вас любим. Людям, мы вас любим. Зачем она тебе? Зачем она тебе? Зачем ты меня держишь здесь вообще? Москву мне. Не-не-не. А все самое интересное вы увидите в ночном эфире. До свидания. Смотрите на СНТ, Дом 2, до свидания. Настя Цвят, Никита Рудаков Октопус здесь. Скажи Насте, что попу покачала. Ой, пожалуйста. Ой, блядь, иди на, иди на, какая нормальная попа там, ты чё? Все, пока-пока. Настя, иди сюда, я вышел с прямого эфира. Сейчас будем...